Миллиона болтов и больше 100 километров сварных швов строители установили все пролеты Крымского моста. Этот круиз они запомнят надолго. Пассажиры терпящего бедствия «Викинг Стар» наконец-то сошли на берег. 60 метров подо льдом любитель зимнего плавания установил рекорд на Байкале. В эфире «Вести» мы расскажем о главных событиях в России и за рубежом. В студии Андрей Шевцов. Строители соединили все пролеты железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тысяч тонн металлоконструкции на опорах, всего их 307. Более 6 километров пролетов расположено над акваторией, остальные над сухопутными участками. На земле